каждого из нас есть свое любимое место, где блюда самые вкусные, атмосфера самая приятная, а официанты самые расторопные и услужливые. Уютный ресторанчик, в который хочется возвращаться снова и снова. У программы «Одесса Лайв» и у меня лично появилось такое место. Здесь к еде относятся как к искусству. Каждое блюдо – шедевр, а каждый посетитель – долгожданный гость. Здравствуйте, с вами Инна Латишко. И программа «Одесса Лайв» снова вернулась в ресторан «Зе Дом», что на Успенской, 55. Ресторан «Зе Дом» стал моим любимым местом, потому что он полностью располагает к отдыху. И несмотря на то, что здесь всегда много людей, можно прийти и большой компанией отдохнуть, также можно отдохнуть вдвоем. К этому располагает абсолютно все, как и интерьер, очень необычный, с всеми своими стилизациями, так и приветливый персонал. Очень вкусное меню, ну и мой любимый вкусный чай. Хорошие выходные – это когда не нужно никуда спешить, заниматься уборкой или целый день стоять у плиты. Хорошие выходные – это выспаться вдоволь, завтрак в постель, прогулка у моря и ужин в ресторане. Мини-отель «Винтаж» – это прекрасное место для вашего комфортного и романтического уикенда. Секрет, что «Зе Дом» уже стал любимым рестораном программы «Одесса Лайв». Яна, расскажите, какие преимущества у ресторана «Зе Дом» перед другими заведениями Одессы? Одно из наших преимуществ – при нас находится отель «Винтаж». Отель сделан в стиле «Винтаж», каждый номер сделан с душой. Также находится наша кондитерская «Профитроли». Это все относится к сети «Профигрупп». Каждое утро вы можете прийти и полакомиться вкусными десертами. На территории ресторана «Зе Дом» самая большая квест-комната города Одессы. Вы можете прийти с вашими гостями и поискать сокровища, которые были спрятаны Мишкой Япончиком. Ресторан двухуровневый, с европейской и японской кухней. Каждые выходные проходят вечеринки, либо выступают исполнители из разных стран. Мы находимся в непосредственной близости к морю, а также ко всем достопримечательностям города. Что больше всего привлекает в ресторане «Зе Дом»? На самом деле я очень люблю людей с хорошим вкусом. И здесь видно, что и хозяева, и управляющие – это люди с очень хорошим вкусом, и они сумели создать из простых вещей очень уютное, камерное, уютное пространство, где можно абсолютно спокойно потеряться в своих мыслях, подумать, помечтать, поразмышлять, и ничто тебе не мешает. Не знаете, чем порадовать близких на день рождения? Приключения – лучший подарок. «Зе Дом» подготовит для всех желающих подарочные сертификаты на прохождение уникального ретро-квеста о тайнах и кладе Мишки Япончика.
если вам нужно вкусно и уютно отпраздновать любое событие, будь то милое семейное торжество или крупный корпоративный праздник, лучше The Дома не найти. Персонал при подготовке банкета возьмет на себя все хлопоты. А получив в конце лучшего в вашей жизни вечера счет, вы будете приятно удивлены скидкой 20% на все банкетное меню. В этом ресторане, конечно, впервые. И пока очень впечатлило. Впечатлило необычное впечатление, что я как бы попал либо куда-то в средневековье, потому что какой-то рыцарский замок, там или дворец, да, объемы впечатляют, высота потолка, и как-то, когда сидишь в зале, кушаешь, ну, как-то ужинаешь, отмечаешь, понимаешь, ну, где-то повышает свой статус невольно, да, высота потолка как бы позволяет. Очень вкусная подача, оригинальная, интересная, ощущение радости и значимости. Сегодня выбрали ресторан «The Дом». Впервые здесь или уже были раньше? Мне рассказала подруга. Это очень интересное заведение, в котором я никогда не была. Я очень люблю новые места, и я удивлена, потому как здесь безумно красиво, очень масштабно все. Это, ну, как бы очень приятно, когда ты заходишь и удивляешься чему-то. В Одессе это редкость на данный момент. И еда очень вкусная. Безумно вкусное, потому как я пробовала это блюдо во многих ресторанах города, но так вкусно, очень редко, поэтому безумно вкусно. Приходите в The Дом по поводу и без. Пообедать с семьей или посидеть с друзьями, на романтический ужин или на деловую встречу. Да просто загляните на чашечку кофе с потрясающими десертами, и вы влюбитесь в это место с первого взгляда. С вами была программа «Одесса Лайв», и я ее ведущая Инна Латишко.